Всем привет, ребят, добро пожаловать. Здравствуйте. Мы, значит, продолжаем прохождение Godfall на харде. В общем-то, да. Будем, значит, что-то какой-то сейчас левел. Я не знаю, какой именно проходить лучше. Тут Water. Это челленджи какие-то. Tower of Trials. Нет, ну башню мы оставим на потом. Это вот эта башенка имелась в виду, наверное, да? Мне там просили пройти ее. Башенку мы пройдем потом. Здесь есть вот какой-то, смотрите, какой-то босс. Босс на харде, да? Вот этот вот. Это же босс? The Wargul continue their work in the Crimson Glade, stop them from reclaiming the fortress. Какой-то варгульский стронгхолд. Три сигила дадут земле. А мне сколько надо? Ой, а мне до хрена их еще надо. Понял. Ну, давайте попробуем, значит. Значит, вот это пройдем, да? Или нафиг, подожди. Или нафиг. Нет, может быть лучше... Но здесь нету земляных сигилов. Они здесь просто не падают почему-то. Совсем не падают. Water сигил, coins. Тут 18 левел, это мне туда рано явно идти. Давайте, ладно, сюда. Вот 17 левел, то, что надо. Rancer will be... Так, короче. 6 сигилов, да. Сюда. А, значит, difficulty. Hard. Естественно, hard. Поехали. Посмотрим, что из этого выгорит. Я уже приоделся. Так это босс. Варгул чемпион. Здрасте. Это босс все-таки, да? Зачем я это делаю, а? Для чего? Прошли бы спокойненько игру на нормале и устаканилось бы все. Все было бы. Красно. Чудесно. Ладно, так, где мое копье? Подожди. Во-первых, копье, да, у нас, кто еще не помнит, у нас копьишко золотое. 90 ДПС, сука, огнем. Да. 90 ДПС огнем. Поехали. Сейчас мы будем проверять, насколько все стало проще в этой жизни с такой штуковиной. Ну-ка, давай. Что? А кто? А кого? А давай еще. Давай. Кого? Давай, враг. Ой. Вот эту тварь убить надо. Давай эту тварь убьем. Что это такое вообще? А что с ним сделать? Это порталы, да? Дамаг на самом деле сумасшедший. Просто сумасшедший дамаг. Да, только надо к атакам привыкнуть. Ага, как-то вот так вот, да? Да, к атакам копья надо привыкать. Они немножко... Ну, они точечные такие удары. Прям точечные. То есть тут не проканает просто крутиться. Ага, следующий. Надо в таргет, наверное, их брать лучше. Почаще, да? Вот так вот как-то. Охренеть, что оно творит. И ты сюда, да? Давай. Надо похилиться, наверное, да? Ой, больно. Стой. Архон Фури. Здрасте. Кто? Ты? Так, 20 секунд. 20 секунд осталось выжить. Ага. Кто еще? Ты? Давай. Слабенько. Еще? Все? А, они сдохли. Ну, конечно. Так, это сундучок какой-то. Что за сундучок? Ну, лут. Лут слабоват, по факту, да? Еще какой-то сундучок открылся. Опять лут слабоват. Ладно. Я почему-то всегда надеюсь на большее. Approach Stronghold. Defeat Wargul Warrior. За 7 минут мне его надо убить. В смысле? Сейчас не очень понял. Это какое-то задание на время?
Тайм-бонус. Тайм-бонус. Давай. Я уже бегу. Я бегу, братан. Я бегу. А куда мне бежать-то надо? Вот сюда? Давай. Могу себе позволить. Так. Дальше. Куда? По-моему, не сюда. По-моему, вот сюда, да? Поехали. 80 метров. Ну, где-то перед носом у меня сейчас будет. Так. Вот он, варгуль. Ехать! Тихо. Их тут трое! Без проблем. А копишка-то раздает, да, что такое? Так это, подожди, это не он, это вообще не босс. Или... Это, видимо, просто какой-то тайминг задания был. Едить налево, чуть так много-то? Свободен, следующий. Ой. Опасности. Тихо. Нормас? Ну, почти нормас. Ну, нормас же. Так. Вау. Бляха-муха, я в восторге от этого копья, по факту. Чуть-чуть привыкнуть. Товарищ. Ау. Оба. Зачем? Почему? Ну, с них просто экспу собирать, наверное, да? Кого? Куда? Иди сюда, братишка. Давай, кто? Ты вот эта тварь главная, да? Или что это такое вообще? А, это надо убить их. Ага. Кто у нас еще звезделиться хотел? Тут у меня хп как-то мало. Да блин, стой, давай, хилься. Но проблема, следующий. Ага. Немножко звездюлины. Что-то вас слишком как-то до хрена тут. Блин, может мне тотем надо уничтожить? Или это и есть уничтожение? Да, это, наверное, и есть уничтожение тотема. Убиваешь мобов, после чего тотем можно разваливать. А вот это что? Это не золотая шмотка ли случайно, нет? Или мне... Нет, это какая-то валюта. Какая-то не совсем понятная. Значит, мне надо завалить три таких хреновины. Там что, они просто стоят мобы? Да, они мне не нужны. Значит, мне надо завалить три тотема. После чего, ну, что-то произойдет. Возможно, босс. Возможно, не очень. Сосать, гнида. Воу, ты чё, балдё? Тихо. У нас все нормально. Нормально, я говорю. Нормально, вот так вот. Ой, больно. Тихо. Минус. И минус. Правильно. Ага. Ну это как-то. Как-то. Простенько как-то. Ладно, сейчас посмотрим насчет простенько, на самом деле. Сейчас как в прошлый раз будет. Типа ты проходишь, вначале все нормально, все. Все в порядке вещей, потом... Потом это гребаная медуза. Да я не могу ульту юзануть почему-то. У меня ульта не юзается, я не знаю почему. Во. Тихо ты, ты что, охренел? Ты не попутал?
Нормас. Ой! Ой-ой-ой-ой. Так. Ага. Сука. Тотемчик. Так, три тотема есть. Собираем вот эти хреновины. Варгуль-чемпион. Варгуль-чемпион, да? Варгуль-чемпион. 256 метров. Босс будет. Яс. А, ну вот здесь надо собрать, да? Здесь какие-то вкусняшки. Сундучки. Сундучки — это вкусно. А что произошло? А-а-а, левел. Так. Да тихо, ну зачем? Ну я же у ворот делал. Зачем ты так жестоко-то со мной? Братишка. Ну ты как-то добрее, что ли, быть? Поспокойней, что ли? А, здесь обычная фигня. Я думал, это второй сундук лежит. Ну, судьба. Ну ладно. Мне ж туда не надо. Мне ж туда надо, правильно? Пойдем туда. У меня ноль хилов. А, вообще ноль. Абсолютный ноль. Но три жизни зато в запасе. В этом плане все хорошо. Пойдем попробуем. Что-то сыкотно как-то. Чуть-чуть. Самую малость. А, ну вот он, ублюдок. Варгуль-чемпион. Здорово, братан! Здорово, брат! Прощай, братан! Ха-ха, братан! Охренеть! Я умер? Я умер. Конечно. Ебать! Да ты хорош! Долбани его. Красиво долбани. Давай. Опасности. Да ты хор... Ты что ты делаешь-то? Тихо. Говнюков мелких. Тихо ты, тихо. Похилимся, похилимся, похилимся. Отходим. Нормально. Нет! Нормально. Нормально, нормально. Ну, на самом деле, ничего супер-пупер такого прям. У-у-у, тварь. У-у-у, сука. Готовченко. Леген... Ну, давай. Блин, молоток легенда. Да нахрена мне твой молоток? Ну, вот серьезно. Ну, со всем уважением. Ну, молоток, ну... Ну, не то. Ну... Ну не то, ну молоток это не то, не то, о чем я мечтаю. 8.6, конечно, ДПСа, да, вот это вот. А, это все красиво, да, это все очень круто, но это же молоток. Просто молоток. Мне бы двуручный мечик бы какой-нибудь, да? Какой-нибудь такой. Ладно, комплит Мишу. Окей, хорошо. Комплит так комплит. Значит, мы собрали сигилы. Значит, нам дали скиллпоинт. Во-первых, да, три скиллпоинта, кстати. Резистанс, то all resistance. Purchase. Плюс это, значит, 7% к резистансе. Это хорошо. Это очень хорошо. А, что мне еще дали? Может, что-нибудь... 60 спирита? Нет.
А может быть... 48 спирита, Vitality Spirit. Давай вот этот Vitality оденем. Что тут? 52 Vitality, 52 Might'а можно взять, да, например? 56 Might'а давай возьмем. Хорошо. Шарик какой-то, что это за шарик? Это у нас Health Recovery, 144... 159. Давай, давай, берем. Ну, вот как-то так, да? Окей. 19 левел. Теперь мы можем уже идти, соответственно, с 19 левелом. Сколько нам не хватает? Одной земляной сигилки нам не хватает для босса. Не, ну ладно. А водяных сколько? А водяных 5. О, смотри. Что-то там Леофиан Рест, Трахер Хант. The Fiery Beast Sing He Hides Within The Water, But They Cannot Hide From Us. А, нам туда. Да, мы собираем водяные, потом еще земляные, и потом босса. Да, 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 да. Старт, поехали. Блин, это какой-то суровый говнюк, судя по всему. Трахер-то этот. Что-то он не очень... Не очень. Не очень совсем как-то такое себе. Какая-то мразь боевая. Левиафан Рест. Дефит Траек. За 15 минут мне его надо завалить. За 15 минут. Ладно. Пробегаем всех нафиг. У нас же таймер, правильно? Если за 15 минут, значит за 15 минут. Значит, мы его завалим за 15 минут. Едите, колоти здесь эти дуры! Я не хочу... Ладно, давай попробуем их сейчас. Может, мне... Да ну! Вы в адеквате? Я сдох уже, смотри. Да все, ГГ, как бы, я сдох. Да. Ну тут без шансов, понимаете? Да, да, то я их вообще не коцаю, чтобы вы понимали. Так, на всякий случай. Я им никакого дамаги даже не наношу. Вот так вот, да? Вот так, вот так. Но это надо учитывать, что я просрал все свои хилки. Вообще все! И их кое-как убил их под... Баннером. Да, баннером. Угу. Пойдем, хорошо, пойдем. Ладно. Окей. Как скажешь, подруг. Тут сундучок зато есть. Как мило. А в сундучке у нас ни хрена нету. Понял тебя. Я, в общем-то, и не сомневался ни секунды. Сундучки, кстати, каждый раз не одни и те же, потому что вот тут сундук, я точно помню, был синенький, его сейчас нету уже. Все эти сундуки не респаунятся. К сожалению. Ну и ладно. Здорово, пацаны. А вы кто такие? Охренеть, а можно дамаг какой-то? Да, я тебя понимаю. Да, 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 я понимаю. Дамаг нельзя, нет. Хорошо. Это что такое? А, это у нас эти ядра. Так, мне нужно банки разбивать. И молиться, чтобы там были зелененькие штучки-дрючки. Иначе ГГ. Иначе просто так сейчас одну жизнь профакаплю. А где здесь могут быть баночки, интересно? Может, здесь баночки есть? Скажи мне, что здесь баночки, пожалуйста. Нет, тут ни хрена. Может, здесь баночки, пожалуйста. Баночки, ну дай мне баночку. О, нормально. Вот таких вот баночек надо побольше. Вот здесь вот. Да? Баночка? Нет, не баночка. Ну, пошел. Может быть, здесь баночка? О, здесь точно баночки будут. Да. Блин, да ну нахрен. Мне вот этих надо завалить, что ли?
Минус одна. Ах ты, тварь! Ах ты! Ага! Гнида. Ой, блин, а этот непрошибаемый какой-то. Да, ну ты ж зачем же, ты зачем? Зачем ты заворачиваешь удар, когда я нажимаю кнопку не делать удар? Зачем ты это, вот что ты такой вот грустный, братишка? Сундучок. Опять куча какой-то фигни. Но зато у меня теперь хпшки по фулам. Прошу заметить. Так что мы живем. Нам наверх, да? Ой, там что-то есть. Давай заберем. Мне осталось 10 минут. Черт. Ладно, я успею. Я надеюсь. Я же не слабенький, правильно? Я не слабенький. Мы все сделаем. Это, видимо, все на разбор пойдет. Наверное. Я никогда не понимал, на кой черт вот в играх, где есть грейдовый шмот, да, постоянно дропают всякие зеленые, знаешь, синенькие шмотки, которые, ну, игра уже подразумевает, что они тебе не нужны абсолютно. Ты кто? А, это ублюдок! Ёб твою мать, ты чё? Не-не-не, больно! Больно! Я говорил, что он жестокий. А теперь... За шо? Да добрее, сука, будь! Добрее, гнида! Ах ты ж... Шакал вонючий, а ты чё творит-то? Да, конечно, мы можем снова попробовать, конечно, братишка. Нормально. ГГ ему, все. Один удар. Спасибо. Hunt Mission Complete и легендарное колечко. Никаких проблем. Я еще и в таймер уложился. На харде. С одной смертью. В обоих миссиях. Получается, лайкосик можно поставить было бы, да? Мне кажется, можно было бы лайкосик поставить. У меня еще теперь легендарное кольцо, оверхелф, там что-то гейн, анарх, фьюри, дэмэдж, тушок, тенэм. Бонусов хреново туча. Тогда whenever you defeat an enemy, вы заполярите атак. Ё-моё. В общем, вы понимаете. Все по кайфу. Ах, комплит, Миш. Да, конечно. Давай. А, значит, что у меня тут? А, скиллы. А мне не дали левела, что ли? Слабенько. Значит, что, у нас вотер-сигилы есть, земляные сигилы у нас нет, поэтому нам надо в землю идти. А, земляные сигилы. Рари Вепон. Рари Чарм. Coins of Valor. А давай вот это сделаем. Мне нравится. А, блин, это 10 левел, пардон, нет. Стоп, а вот этот я уже делал же. Зачем он мне? Подожди, ну а что они такие лоу-левельные все? А что? Ну так неинтересно.
Давайте в башню, что ли, попробуем сходить, нет? Ну, как-то я разочарован по факту, что мне надо просто пройти какой-то 10-левельный, чтобы сигилку получить. Одну. Да, ладно, давайте еще раз на этого сходим. А почему нет-то? Да, на харде. Я же на харде, я же всегда на харде. Мастхевная штука, понятное дело. Вот. Завалим еще раз его. С него выпадет какая-нибудь крутая шмоточка, и мы с этой крутой шмоточкой уже пойдем босса убивать. Да. В принципе, тоже неплохо. Это, конечно, очень грустно, когда миссии начинают вдруг повторяться, но это не точно. Может быть, это не повторение, может быть, это что-то другое. Enemies defeated with Russian Strike. Это что, это Russian Strike, нет? Что такое Russian Strike? Я без понятия. Я вообще хз. Ну, какой-то там страйк. Да, по-моему, это то же самое, абсолютно один в один, потому что я по тому же маршруту даже бегу, как выясняется. И это, к сожалению, печально. Очень печально. Так, нам сюда. Эти штучки зарезались. Потом нам туда куда-то, да? А, нет, смотри, ведет в другую сторону. Теперь куда-то вот-вот, куда-то туда, вот. Сундучок. Здрасте. Заберем. Жалко, сундуков легендарки не падают. Больше. Или они изначально не падали, я не помню уже. Грустно это как. Я не буду мобов бить, ну их нафиг. Смысл. Просто придем, завалим босса, заберем сигилки. Потому что можем. Он где-то уже здесь. Где-то вот. Где-то прям почти рядом. Где-то прям он вот. Призматик Destroy Sunflare Orb. Хрена с там. Нам надо еще испытание здесь пройти. Хрена с там. Ну давай. Свободен. Ай, ты гнид какая. Так. Еще кто-нибудь? Серьезно? Блин, да какая залупа у меня. Ой, сука, больно. Нормально? Нормально, наверное. Ну, почти. Нормально. Еще 35 секунд жить. Так. А, они еще и хилят их. Я тебя понял. Я тебе еще... Тихо. Так. А куда ты побежал? Нет, ты мне объясни, нахрена ты убегаешь? 20-й левел, здрасте. Но они сейчас сдохнут. Одна секунда, ноль. Все. Сундук мой. Ага, давай. Так, approach stronghold. Это куда? А, вот так вот можно, да, делать? Крутя. Шикака прям вообще. Ну, побежали. Не хочу я с вами драться, пацаны, честно. Ну, не хочу. Ну, душа у меня к этому не лежит как. Ну, понимаете же. А мне наверх или... Или сюда? А, тут лифт. Прикольно. На все про все, кстати, на миссию 40 минут дается. Справа написано. Слева, точнее. Неожиданно, да? А, подожди, мне не наверх. Мне все-таки сюда куда-то. Так. Угу, все-таки вниз. Ну ладно, хорошо.
Как-то странно этот индикатор работает. Очень странно. Здорово, пацаны. До свидания, пацаны. Мне же не надо их убивать, правильно? Правильно. Это все не обязаловка. Это тоже все не обязаловка. Меня исключительно босс интересует с крутым шмотом. Ага, approach. Ну, я подошел. Рейд Варгул Стронгхолд. Я это имя... Варгул тотем дестроит, все, понял. Ну, то же самое, да. Опять три тотема. И босс. Да. Ау. Слабенький ты какой-то. Что еще? Ай! Опа! Они просто не успевают понять, что происходит. Че? Все? Ну разуло хреновое. Что творят? Куда лезут? Непонятно. В общем, могу полностью резюмировать, что копье имба лютая. Особенно с таким дамагом, это да. Ну, блин, у него удары идеальные. То есть они все сближают тебя с целью всегда. Они точечно бьют по врагинам. И периодически замахи делают. Это еще круче. Потому что, например... Блин, собака. Например, мечом двуручным он... Он просто махает вокруг себя. Но при этом с таргетами никогда не сближается, когда они на каком-то немножко небольшом расстоянии стоят. Это не очень круто. Ну и плюс у них вот этот вот обилка охренительная. Когда он прыгает, я уешу. Я от нее тащусь слегка. Вепон. Босса мне дай, сука. Да за что? Тихо. Да, я уже как у ворот юзать умею, да? То-то же. Скиллуха, да. Скилл это дело такое. Приходит с опытом. Я не буду эти сундуки даже открывать, потому что там в прошлый раз полное говно выпало. Ну его нафиг. Топ-лут с босса падает, правильно? Вот мы и на босса и пойдем. Он нас в основном и интересует. Где? У меня три жизни есть, у меня все хорошо. Я верю в свои силы, я знаю тактику, как его бить, правильно? Я же знаю, поэтому вот так вот. На нахрен! Ой, больно. Егать! Блин, угомонись, ублюдок! Да тих ты! Да тихо! Ну да, подожди, но я же знаю тактику!
Ну я же шарю, что я делаю! Нет? Но в основном я же шарю. Бляха-муха. Нормально. Фу. У него бывают вот эти вот непредсказуемые хреноборины. И легендарку мне не дали больше, смотри-ка. Я, собственно, шел на эту миссию. В основном, я думал, еще одну легендарочку дадут какую-то, может быть, поинтереснее. Но нет. Без легендарочки. Сука. Какая ты нехорошая редиска. Health recovery плюс 3%. А что это такое? А что это? Я просто так буду... А я хочу. You can perform a takedown on small enemies immediately after a parry. Но recovery хп это тоже, мне кажется, важно. Да? Очень важно. Complete mission. Неплохо так, да? Что мне прилетело? 52. 52 Spirit, Vitality. 56 Might. Ну давай Might оденем. Might это дамаг. Might это важно. 159 Health Recovery. Air Damage, Soul Shatter, Fire Damage. Мне надо этот земляной дамаг по-хорошему. Но Over Health 5. 28% дамаги. Блин, ну это ж круче. У нее полиарм дэмэдж еще, видишь как. У меня как раз полиарма на мне где-то. Поэтому мы ее оставим. Хрен с ней. Больше, я так понимаю, мне ничего и не выпало, интересно. Ну, дерьмо какое-то. 60 Vitality, 52 Might. Ни о чем. Дай попробуем что-нибудь разобрать. Я могу. Так, что, селвич. Что разбираем все синие пушки, которые не абсолютно совершенно не нужны. Это долгий процесс. Вот эту хрень я не знаю. Ну это левел 7. Ну серьезно, зачем мне левел 7 сворд грейдить вообще? Он нафиг не нужен. Нет, не серьезно. Вот это мы можем? Нет, тоже не можем. Я вот думаю, может быть, прогрейдить еще? Мы попробуем. А, драгонстила у меня нету. До 94 ДПС можно было бы. Да. Но нет. Можно, конечно, что-нибудь из этого прогрейдить. А что это? Uncommon Augment. Аугменты. А куда их вставлять? Подожди, а куда аугменты вставлять? Стоять. Секунду. А что это такое вообще? Так, тихо. А куда аугменты вставлять? Аугменты, ля... Сейчас я варл плейс бы инсертинг аугмент за реник аугмент констеллейшнс. Я тебя понял. Аугмент have three possible affinities. Red, green and blue. They can only slot into neutral or matching nodes. Each augment has a power drain amount. Drain 3. Might 42. Окей. Spirit 47. Banner charge speed. А что? Почему он закрыто? Заснул ланок от левел 25. К 50-му левелу откроются все аугменты. А пока мы можем вставлять такие. Я только не очень понял насчет цветов. Типа они какие-то бесцветные.
В этой игре все не так просто. Я, по-моему, с каждым разом все больше и больше о ней что-то такое открываю. Ладно, кольца я не буду апать, на самом деле, да, наверное. Ну нафига, ну серьезно, ну зачем? Новые выбьются потом. Лучше на пушки тратить все бабки, это куда важней. Так, я хотел еще проверить важную вещь. Смотрите, здесь у нас, видите, что падает? Coin of Valor. Это не падает. Это... Мы открыли. Я вас поздравляю, мы открыли босса. Значит, надо поговорить с этим. Орин, we're just talking about you. Do you want the good news or the bad news? Мы не хотим никакие новости слышать. Давай плохие. Хорошие новости. Так. Мы разбили барьер Макроса на 1000 частей. Но плохие новости в том, что он отправил контингент каких-то черных воинов, чтобы меня остановить. В общем, Макрос занервничал. Макросу плохо. Комплит Black Tide. А Black Tide это у нас Кобальт Кальдера до 17 левела, Coin of Failure, и амулет, 2 рары аугмента и много-много всего интересного. Но это босс. Вы понимаете, это босс. Соответственно, на босса мы пойдем на следующем видосе. Обязательно. Ну, а куда мы денемся? Завтра. Наверное. Да. Спасибо, что смотрели. Не забывайте ставьте лайки. Ставьте. Просто ставьте их лучше. Просто ставьте. Зачем забывать там о чем-то? Подписывайтесь на канал и увидимся на следующем видосике. Ну или на стриме на Вазде. Ссылочка внизу есть на Вазд. Там каждый день стримы идут. Ну если вдруг кто не в курсе был, мало ли такие еще есть. Заходите. Всем пока-пока. До завтра.